не оставаться в стороне. В первый день Нового года в городе Шахани Карагандинской области произошла страшная трагедия. Здесь обрушился подъезд старой пятиэтажки. По предварительной версии, ЧП произошло из-за взрыва мини-котельной. На горе откликнулась вся страна. 4 января в Казахстане стартовала акция по поддержке пострадавших семей. Сегодня утром из Петропавловска отправился гуманитарный груз. Какую помощь собрали в Шахан североказахстанцы, расскажет Денис Сивков. На этих кадрах виден масштаб ЧП. Под руинами, заживо погребенными, оказались 9 человек, трое из которых дети. Несколько раненых сейчас находятся в больнице. Тех, кому удалось выжить, приютили у себя родственники и друзья. В ночь с 1 на 2 января в один миг крыши над головой лишились 25 семей. Эта беда не оставила казахстанцев равнодушными. Регионы собирают для пострадавших теплые вещи, деньги, продукты. Вот эти две грузовых машины сегодня рано утром отправились из Петропавловска в Шахан. Северо-Казахстанская область в знак поддержки пострадавших при обрушении жилого дома в Шахане Карагандинской области направляет гуманитарную помощь в виде продуктов питания. Это мясо, мука, макаронные изделия, молочную продукцию и также вещи первой необходимости. На беду откликнулись североказахстанские предприниматели. 13 предприятий выделили 2,5 тонны продукции. Например, «Богатырский продукт» в Караганду отправит 0,5 тонны муки. На новогодние праздники мы были потрясены сообщением, которое пришло с города Шахана Карагандинской области. Случилась трагедия. Мы, услышав о трагическом событии, решили руководство предприятия, работающий персонал, оказать посильную помощь пострадавшим. Откликнулись на беду не только бизнесмены. Госслужащие, пенсионеры, студенты и школьники. Многие готовы помочь пострадавшим шаханцам. Любое горе, пусть оно как бы небольшое для нас, а очень большое горе для тех, кто пострадал. Поэтому, конечно, я призываю всех, кто как может, чем-то помочь. Это такая трагедия, что вообще даже не укладывается в голове, что люди, конечно, пострадали. Ну, конечно, надо помогать, обязательно таким людям помогать. Всем миром хотят помочь им. Это очень правильно, конечно. Денис Сивков, Михаил Казначеев, новости МТРК.